Караван с гуманитарной помощью жителям Североказахстанской области отправили жители Павлодарской. Сегодня выехал автопоезд, груженный продуктами питания, питьевой водой, одеждой, хозяйственным инвентарем. Сбор в пунктах приема продолжается. С каждым днем пополняются и ряды волонтеров. За прошлую неделю в пострадавшие от наводнения регионы из Павлодарской области доставили больше 70 тонн гуманитарного груза. Это 20 тонн гуманитарной помощи в Петропавловск. Завтра будет выезд в город Кустанай. Задействовано в нашем регионе это более 300 волонтеров на данный момент, которые активно каждый день ведут свою работу во всех пунктах приема гуманитарной помощи.